прекращен второй Париж. Так, в правоохранительных органах Бельгии прокомментировали итоги масштабной антитеррористической операции в ряде районов страны. Полицейские проверили более 10 адресов, где проживали лица, за которыми уже было установлено наблюдение. В одном из домов на востоке страны по офицерам был открыт огонь. Как рассказывают местные жители, взрывы и выстрелы не стихали около 10 минут. Мимо меня промчалась полицейская машина, и спустя секунды с той стороны, куда она уехала, раздались подряд 3 взрыва, потом очереди из автоматов. Подробности стали известны лишь несколько часов спустя. Оказалось, что штурм верфи был частью масштабной антитеррористической операции, проведенной в нескольких городах страны, в том числе Брюсселе. При этом полицейскими было изъято оружие, взрывчатка и несколько флагов радикальной группировки «Исламское государство». Согласно распоряжению федерального прокурора, полицейские должны были проверить ряд лиц, недавно вернувшихся из Сирии. По имеющимся у нас данным, некоторые из них сформировали подпольные боевые группы и планировали совершить крупные теракты на территории Бельгии. Также полицейская служба Европейского союза Европол распространила предупреждение о возможных новых терактах в ряде стран Европы. Среди наиболее вероятных целей были указаны Бельгия, Нидерланды и Великобритания. Бельгийские власти уже ввели в отдельных районах страны повышенный уровень террористической угрозы.